Здравствуйте, друзья! Мы снова с вами в кинозале программы «Ретроскоп». И вновь нас ждут моменты из далекого и не очень прошлого нашего города. Уроки в изо-студии «Орнамент» – это не только возможность прикоснуться к прекрасному и самому попробовать себя в творчестве. Здесь готовят ребят к дальнейшему жизненному пути, будь то парикмахерское искусство или профессиональная живопись. Наш репортаж о том разнообразии направлений, которые преподают ученикам студии. Наша программа уже рассказывала о конкурсе детского рисунка, в котором участвовали школы и изо-студии города. Призовые места, первое и третье, заняли ребята, которые занимаются в изо-студии «Орнамент» под руководством Галины Михайловны Савенковой. Галина Михайловна, мы сегодня увидели здесь такое разноплановое творчество ребят. Расскажите, пожалуйста, чем они у вас занимаются здесь? В нашу изо-студию посещают учащиеся первых 11 классов, ученики ГПТУ. В воскресный день, в воскресенье, функционирует клуб выходного дня для родителей с детьми, для того, чтобы родители и дети могли пообщаться, могли оформить свой быт, могли найти общие точки соприкосновения. В том числе это параллельная подготовка к занятиям в школе. Сенсорное развитие углубленное идет, ну и навыки, значит, работы с красками, карандашом. Мне хочется сказать, что в нашей изо-студии проводятся занятия в следующих направлениях: живопись, графика и декоративно-прикладное творчество. 5 лет на базе 10-й школы функционирует группа художественной росписи по дереву для старшеклассников. В этой группе ребята обучаются следующей росписи: городецкая роспись, хохламская роспись, полховский майдан, палех. Сейчас я вам покажу эти работы. Вот на этой выставке, обратите внимание, это учащиеся 9 класса расписали эти доски. Это имитация палеха. Вот это работа, хохламская роспись. Это работа, имитация хохламской росписи. Следующие работы, городецкая роспись. И отличие этих росписей они знают и понимают. Многие ребята, кто поступает и нужно сдавать рисунок, они приходят именно ко мне в изо-студию, работают с натурой. У нас есть карандашные работы, графика. Они поступают в Сыктывкар, в основном на парикмахеров, на мастеров-модельеров и в училище педагогическое. В вашей изо-студии ребята занимаются трафаретной графикой по шелку. Расскажите немножко об этом. Эти работы очень трудоемкие, занимают много времени. Для того, чтобы выполнить одну такую работу, нужно сделать как минимум 5-6 трафаретов. Затем эти трафареты накладываются, и поверх осуществляется набросок краской. После этого уже идет ретушевка. Вот обратите внимание на эти два натюрморта, которые выполнила Оксана Кислицына. Расскажи, пожалуйста, что ты здесь хотела изобразить? Я хотела изобразить натюрморты, которые можно повесить у себя дома. У тебя дома свои работы какие-то висят? Нет. Почему? Не знаю. Тебе нравится это? Не сложно тебе этим заниматься? Нет. Что еще ты делаешь, кроме трафаретной графики по шелку? Ну, как все остальные, рисую. Катя Симукова посещает изо-студию уже 8 лет. Сейчас она ученица 8 класса, и у нас такая сложная работа получилась, натюрморт на шелке. Сейчас она сама расскажет. Нам для интерьера больше подходит лимонный фон, и поэтому я решила сделать вазу с цветами именно на этом фоне. Расскажи, пожалуйста, а как вообще вот происходит роспись, трафаретная графика по шелку? Как ты это делаешь? Сперва нужно подобрать ткань и натянуть ее на рамку, чтобы уже знать величину трафаретов. Потом надо вырезать из бумаги трафареты, наложить из них композицию какую-нибудь, а потом уже произвести набросок. Трафареты ты сама делаешь, как ты вырезаешь? Да, вырезаю сама. А краски кто подбирает? Иногда сама, иногда помогает мне Галина Михайловна. Сейчас я хочу вам показать вот эти тарелки, выполненные росписью городецкой. Это Лариса Константиновна расписала эти тарелки. То есть обыкновенные берутся, видите, тарелки, потом с помощью красок, лаков, они превращаются в городецкую роспись. И хочется сказать еще, что у нас имитация такая, как бы краски соответствуют тем традициям, которые заложены у основ этих росписей. Взять
городецкую роспись или хохломскую. У нас соответствие идет полностью. Хочу показать вам вот эту работу. Эта работа выполнена. «Жар птица», хохломская роспись. И когда приходят ребята к нам, они замечают и говорят, что действительно выполнено очень красиво, и такое не встретишь ни в магазине, ни даже в фабричных работах. То есть можно сказать, что это авторская роспись. Вот эта работа. Вот Женя Снежкова имеет личное клеймо «Печура золотая». Она расписывает уже и посуду, и подносы. Цель работы в изо-студии сводится не только к тому, чтобы научить элементарным навыкам, но и к тому, чтобы уметь впоследствии и даже сегодня уже украсить свой интерьер, дом и быт, чтобы ребята в этой жизни не растерялись, не только душой, чтобы они отдыхали в нашей изо-студии, соприкасались с прекрасным, но в том числе, чтобы и на практике могли все это применить, чтобы из ничего сделать что-то. Силовые единоборства всегда притягивали мальчишек. Они давали возможность не только проявить дух соперничества, но и в случае необходимости постоять за себя. О секции с необычным для тех лет названием «Тэквондо» в нашем следующем сюжете. Наш спортивный сюжет расскажет о секции тэквондо, в которой ребята занимаются под руководством тренера Лепихина Юрия Васильевича. Немного, что это за вид спорта тэквондо? Тэквондо – это вид спорта, который изобрел генерал Чхе Хон Хи в 50-х годах нашего столетия. Вот. В России он появился относительно недавно, ну, в Печоре 4 года. Откуда корни этого искусства? Корни идут из, ну, это древние корни, древние корейские единоборства. Вот, на базе там в стиле хваран, там, ну, его обобщил вот этот генерал и вот создал вот такой вот замечательный вид спорта. Чем он так замечателен? Ну, этот вид спорта замечателен тем, что он воспитывает в людях определенные качества. Какие, например? Есть такие качества, как терпение, вежливость, ну, силу,
Ну, там ловко. Веток вам приходит совершенно неподготовленный. Сколько времени примерно проходит до того момента, когда они станут реально уже владеть какими-то приемами? Вы знаете, совершенствоваться можно каждый день, постоянно. В принципе, такого не бывает, чтобы человек вот пришел, вот, где-то отвоевал, оттренировался две тренировки и пошел, как говорится, ломать голову другим людям на улице. Вот. Тренироваться, как в любом спорте, нужно постоянно, регулярно. Вот. Поначалу где-то им для того, чтобы овладеть чисто навыками, ударами, им достаточно где-то, ну, полгода, где-то два месяца, 2-3 месяца они удары уже бьют. А потом уже, когда следующий этап, это они вот учатся двигаться, потом учатся двигаться в парах. Вот, соответственно, вот, технический комплекс они выполняют. Вот, в принципе, подготовка, она, ну, требует не только, как говорится, тупой силы, вот, требует определенные, наличие определенных навыков. Ну, двигаться должны люди, там, думать головой немножко надо. Как вы считаете, что ребят привлекает в тхэквондо? Тхэквондо? Они драться хотят учиться. Зачем им это? Ну, чтобы быть сильными, чтобы в школе не обижали. Ну, обычно так, поначалу так. А потом, со временем, когда они вникают, куда они попали, зачем это нужно, когда они узнают принципы тхэквондо. Ну, в общем-то, в принципе, это для любого вида спорта, это, ну, для воспитания любого ребенка, это вне зависимости, восточное единоборство, не восточное единоборство, это обязательно. Какие принципы вот у этого боевого искусства? Принципы? Ну, есть основные принципы. Я говорю, вежливость первая идет, потом идет терпение, вот, потом идет выносливость, сила, концентрация удара. Ребята, вы давно занимаетесь тхэквондо? Уже 3 года. 3 года. Да, как они? 3 года. Вы приходили сюда, с какой целью вышли на эту секцию? Что вам хотелось научиться? Защищать себя. От кого? От разных, которые лезут. Тоже защищать себя. Во-первых, защищаться, во-вторых, это просто спорт жизненный, он всегда пригодится. Тхэквондо требует ли от тебя жесткой дисциплины? Да, тут и соблюдается дисциплина, и вообще везде дисциплина поправляется. В школе не мешают школьным занятиям твои тренировки здесь? Ну, в основном нет. Я сижу, если делаешь уроки, вполне концентрируешься, нормально. Твои друзья и одноклассники знают, чем ты занимаешься? Да. Как они к этому относятся? Хорошо, у нас почти весь класс тут занимается. 4 одноклассника моих здесь некоторые борьбой занимаются. Вам тренер по команды отдает по-корейски. Вы понимаете этот язык? Понимаю. А приемы на корейском языке вы можете назвать какие-то? Я не могу. Я могу. Я могу все. Долю чаги, кэры чаги, панде долю чаги. Да, ну какая разница, удары. Что еще? На пунде, чуги маки еще. Это блоки. Вы отдельно учите эту команду, да? Да. Меня сюда привел папа, ну, он хотел, чтобы я занялся какой-нибудь техникой, вот тхэквондо. Ну, я согласился с ним и пришел. Вот я уже 3-й год занимаюсь. А чему ты здесь уже научился? Ну, я здесь уже знаю тыли, приемы, мы деремся. Ну, что еще? В жизни тебе твои навыки пригождались когда-нибудь? Да, пригождались. Мне вот много ребят приставали вот из интернатов. Тебе не жалко, они же все-таки не владеют искусством тхэквондо, а ты уже такой... Ну, они сами приставали, не я же. Здесь вы с ребятами как-то деретесь? С друзьями не обидно получается, что на драки идете? Ну, если с друзьями, мы не очень сильно деремся, а если вот... Вот есть тут такие ребята, которые вот как по-настоящему дерутся, вот с ними уже надо бороться. Каких успехов ты хочешь достичь? Я хочу, ну, дойти до черного пояса, как вот наш тренер Юрий Васильевич.
Пока печорские мальчишки становились мужчинами, девчонки тоже даром времени теряли. Стройность, грация и уверенность в себе – именно это привлекало их в секции спортивной гимнастики. А маленький зал просто не мог вместить всех желающих. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Несмотря на появление новых современных видов спорта, неизменным остается интерес, который проявляют печорские девчонки к спортивной гимнастике. Желающих заниматься в секции при городском доме творчества юных немало. Сюда приходят для того, чтобы научиться ловко крутить сальто, выполнять сложные прыжки, перелеты на брусьях, перевороты на бревне. К сожалению, многим приходится отказывать, по той простой причине, что секция располагает лишь одним небольшим спортивным залом, оснащенным видавшими виды гимнастическими снарядами. Одно занятие больше 12 человек не собрать. Однако недавно здесь встретились, пожалуй, все 50 юных гимнасток. Одни пришли, чтобы сдать зачеты на спортивное мастерство, другие, постарше, помочь тренеру Наталье Борисовне Шишеловой принять эти зачеты у младших. В этом году вообще прям наплыв страшно большой, очень. Наверное, даже не всех смогли принять. Да, мы берем-то в основном возраст такой, что с 1 по 5 класс. Уже приходят большие девочки, там просто у нас некуда, потолки не позволяют. Помещение маленькое. Да, очень маленькое. А вот если бы были бы возможности, конечно, больше желающих могла бы принять секция спортивной гимнастики. Ну, когда мы занимались во дворце спорта, мы там набирали до 25 человек, а тут у нас норма 12. Потому что у нас просто помещение не позволяет, и мы сами как-то не рискуем детьми. Потому что тоже тут и травмы могут быть и так далее. Все стараюсь, чтобы все было, как дети здоровы были. Возраст девочек, которые к вам приходят? Так, с 7 до 17. Значит, в данный момент у нас тут есть девочки и первоклассники, и 11 класс девочки. Вот они, считай, все, ну, многие так заканчивают, до 11 класса занимаются. Ну и уходят отсюда от нас с первого спортивного разряда. Сегодняшний день в нашем городе для спортивной гимнастики не лучший. Чемпионок республики, России в таких условиях не воспитать. Но польза от занятий в секции очевидна. Наталья Борисовна видит, как на ее глазах меняются девчонки, приобретая ловкость, грациозные движения, уверенность в себе. И это не может не радовать. Вот я всегда считаю, что если в школе ребенок после наших занятий получает уже пятерку крепкую, это уже очень даже здорово. Все-таки физическая закалка тоже должна быть не на трояк, а на пять. Вышитая картина. Так называлась выставка работ, которая прошла в Союзе мастеров Республики Коми. Представлены на ней были и произведения печорских кудесников. Нам удалось познакомиться с ними прямо накануне отправки их на экспозицию в столицу республики. 20 августа в Сыктывкаре в выставочном зале Союза мастеров начала экспонироваться республиканская выставка «Вышитая картина», на которой наряду с другими представлены и работы жителей нашего города. Накануне отправки в столицу изделий печорских мастериц-вышивальщиц мы попросили сотрудника историко-краеведческого музея Оксану Валентиновну Осипову представить эти работы. В течение июля месяца, августа, мы вели отбор работ наших печорских мастериц и отобрали, на наш взгляд, самые лучшие работы. Это картины, панно, которые поедут в Сыктывкар представлять наш город на этой выставке. Так, на выставке должны будут представлены работы в различных жанрах. Это пейзаж, натюрморт, абстрактная композиция, вышитая икона, декоративное панно и так далее. В общем-то, еще представлены будут работы, выполненные бисером. Кто же будет представлять печёры на этой выставке? Это три мастерицы. Карманова Татьяна Владимировна – это преподаватель вышивки в школе-интернат номер 8. Также она будет представлять своих ребят, которые тоже представляют здесь же работы. Это детские работы. Потом Канева Ирина Анатольевна – это воспитатель детского сада «Гвоздичка». И Канева Ирина Витасовна – это преподаватель труда школы номер 49.
Работы печорских вышивальщиц жители нашего города уже имели возможность увидеть на городской выставке весной этого года. Печорскому зрителю они понравились. Будем надеяться, что и на столичной выставке это будут достойные экспонаты. В прошлой программе мы уже вам показывали фрагменты замечательного любительского фильма «Осень на турбазе Озерная» печорского путешественника Николая Александрова. Сегодня небольшое продолжение. Итак, Урал, 1996 год.
А на этом наша программа подошла к концу. Ее творческий коллектив прощается с вами, дорогие наши телезрители. Увидимся в следующую субботу. Всего доброго. Удачи!